признаю своей вины. Поясню почему. У меня в гимназии 1700 детей. Когда идет массовый вход деток, это происходит на протяжении, без привлечения, где-то минут 20-30, идет этот непрерывный черный поток. Я, конечно, визуально стараюсь, конечно, мне главное, чтобы посторонних не было. То есть я смотрю, да, это мои дети, да, это учителя, да, это сотрудники нашей гимназии. То есть я считаю, что, ну, я исполняю свои обязанности, ну, не то, что на 100%, но очень хорошо. И то, что я не увидела, да, я действительно не увидела. Я смотрела потом по камерам, когда наряд полиции смотрели, пересматривали несколько раз, перематывали. То есть я вижу, что входит одна сестра, за ней вторая сестра. Что у них, да, сзади рюкзаки, впереди белые мешки для сменной обуви. Ваша честь, ничего подозрительного при входе их я не увидела. И вот в противном случае, конечно, бы я их остановила и досмотрела.